Привет, друзья! С вами Федор, вы на канале Tracker in Scandinavia. И у нас сегодня будет длинное видео, возможно, будет из двух частей, я пока еще на момент съемки об этом не знаю, как пойдет. В общем, нам предстоит преодолеть Скандинавию поперек. Сейчас на карте я вам покажу, как это будет выглядеть. И вот мы выезжаем из порта Капельскар. Ну, это я вам по транскрипции говорю по-русски, а так, как называют его шведы, Капельшир. Вот. Мы с этого порта выезжаем и пересекаем Швецию, въезжаем в Норвегию и едем на другую сторону Скандинавии. Вот. Городок у нас будет выгрузки Сандане, как-то так. Поедем мы с вами через границу Эда, выйдем на 6-ю дорогу Норвегии, и потом с 6-й мы поедем на 15-ю дорогу. У меня уже было видео по 15-й дороге летом, но сейчас у нас 19 апреля. На 15-ю дорогу я попаду уже завтра. Ну и посмотрим, какая там вообще погода. В общем, посмотрим, что нас будет ждать. Пока что по погоде я все посмотрел. Уже вроде бы как весна. Но пока не наступит май, а то и середина мая, в этом нельзя быть уверенным на перевалах. Может не быть осадков, а могут быть, например, сильный ветер поднимается, и за счет того, что снега на перевале много, дорогу заметает. Вот, бывает и такое. Ну, посмотрим. В общем, по погоде пока что солнышко везде, все красиво, должно у нас получаться, хорошая картинка. Вот, будем ехать, поговорим с вами немного и просто дорогу посмотрим. В общем, будет интересно, запасайтесь, с чем вы любите смотреть видео и фильмы. И начинаем, поехали. Так, ребят, у нас выезд с парома. Начинаем страну. Что-то быстро очень все так произошло. С одной, со второй стороны зеркала открыть. Поехали. Так, выезд у нас с парома. Сейчас настроить навигатор еще. Ну, пока первых пару часов я знаю, куда ехать, поэтому особо мне это не важно. Так, и что у нас? Что у нас ждет на выезде? Контроль есть, нету. Вроде бы машины спокойно выезжают, значит, контроля нету. Обычно вот здесь проехали мы рамку с вами. Если есть контроль, то проверяют вначале документы, спрашивают,
наводящие вопросы задают, и если вы плохо на них отвечаете, то вас отводят в сторону и проверяют. Ну, досмотр на, в основном идет на сигареты, на алкоголь, на контрабанду, короче. И все, вот у нас выезд. Вот по прямой наша площадочка, на которой мы регулярно находимся, фирмы Херентос. Вот. Ну, а впереди мы с вами поговорим немного, значит, о компании, в которую я перешел. Херентос называется. Эстонская транспортная компания. Я уже второй месяц, получается, работаю. Ну и немножко уже что-то могу рассказать о структуре ихней работы. Может быть, кому-то будет интересно для дальнейшего трудоустройства. Вот, все, ребята, движемся в сторону Норвегии. И вот все равно наглецы видят, что сужение впереди, и все равно вот влазят. И вот в большей степени все пробки происходят в Европе, ну и в Скандинавии в том числе, вот из-за таких ситуаций. То есть впереди сужение, есть несколько знаков дорожных, что там через километр сужение, через 500 метров, через 100 метров сужение, сужение. Или же все видят, что едет одна колонна в одной полосе, один за одним. Нет, все равно будут те, кто будет ехать. Даже видно, когда, тем более уже видно, что впереди что-то там происходит. Либо же сужение, либо же полоса занята, на ней ремонт или авария. И все равно будут ломиться, щемиться до последнего, до упора, чтобы остановить вообще весь поток движения. Кусочек пути я преодолел. 4 часа я проехал. Вот. И нам еще 190 километров осталось до границы Швеция-Норвегия. И вот сделаю я паузу возле такого озерца. Немножко прогуляюсь, перекушу и поеду дальше. Немножко сделаю вам такой небольшой обзорчик
стоянки. Обычная лесная стоянка во всей, в принципе, Скандинавии. Они почти все похожи. Так, вот мой зверь с грязным, ужасно грязным прицепом. Не мылся он уже, наверное, минимум как года два. Тоже легковые подъезжают, отдыхают, перекусывают водители. Так, где там нам тут пройти? Не наступить в какашку. Что ж, отлично, уже запах весны есть. Птички поют, лед растаял. Тут какие-то у нас таблички. Стоп. Стоп. А что тут дальше написано, понятия не имею. На шведском написано. Ну, что-то запретное. Ну, дикие берега, но летом при огромном желании и слегка выпитом количестве алкоголя, то, в принципе, кто-то может и поплавать. Но вообще, есть очень много мест в Швеции и в Норвегии, где очень хорошие места. Тоже такие же вот стоянки лесные, где можно остановиться. Рядом будет с хорошим берегом озеро или фьорд. Вот. Но в Норвегии, конечно же, водичка у нас везде будет похолоднее, гораздо похолоднее. Вот. Но я надеюсь в этом году покупаться и во фьорде, и в горной речке. Будем искать с вами вместе места хорошие и красивые. Вот. Ну все, после перерыва поедем дальше. Итак, ребят, перерыв закончен. Выезжаем в сторону границы. Часик у меня вышло постоять. Не собирался я наедаться, но вышло как всегда. Итак, у нас сейчас еще по маршруту будет... Мыши падают. Будет по маршруту у нас 3К. Что значит 3К? Это мое обозначение. Три города на букву К. Первый Карлскога будет, потом Кристинхам и Карлстад. Вот. И на Карлстаде мы уже будем выезжать на 61-ю дорогу в направлении границы. Если попал на красную, значит всегда уже красную у тебя будет.
И вот наша третья К, город Карлстад. И именно здесь мы уже будем уходить на 61-ю дорогу в направлении границы с Норвегией. Мне остается 115 километров до самой границы. И после границы, я думаю, еще я часа 2-3 проеду. Ну и остальное уже тогда мы оставим на следующее видео. Вот. Ну и сейчас мы выйдем на 61-ю и поговорим с вами немножко о компании Herentals, в которой я в данный момент работаю. Кабриолеты начали кататься, тепло почувствовали. Ну, сейчас здесь в Карлстаде 15 градусов. У нас ровненько обед, час дня, и вот уже машины с открытыми верхами рассекают. Это уже я машину третью здесь встречаю. Поговорим немножко о компании, в которой я сейчас работаю. Кто не в курсе, кто новый на этом канале, я в феврале месяце, в начале февраля уволился из литовской транспортной компании. На это, почему я уволился, есть видео, ссылку я оставлю в описании. И перешел я в транспортную компанию Эстонии, называется Herentals. Или Herentals, кому как. Вот. Я, если честно, до сих пор не знаю, как правильно произносится. Надо будет для приличия как-то уточнить этот момент. В общем, офис находится в Таллине. А в данный момент база, где находятся наши грузовые машины, легковые машины, мойка, стоянка, то есть, соответственно, и сервис. Город Кейла. Городок Кейла. Это 20-30 плюс-минус километров от самого Таллина. В общем, транспортный парк насчитывается в районе 100 автомобилей. Это трехосных и двухосных. Основная модель — это Scania. На втором месте Volvo. И есть несколько, я не знаю точно сколько их, двухосных Mercedes'ов. Вот эти вот шреки, как их называют, без зеркалки. Вот. Значит, Scania на первом месте, как двухосные и трехосные. Volvo тоже не так уж много, я думаю, в районе, ну, 15, может быть, и будет Volvo, не знаю. Так вот, работают они Скандинавия, Россия. Это основные направления. Также у них есть рефы и тенты. Вот. Значит, я работаю на тенте. На рефах, как у них там устроена работа, я не знаю на самом деле. То есть знаю, что с севера, то есть стандарт, как и все большие, ну,
все компании, которые на треххозниках работают в Скандинавии на рефах, это все завязано через север. С севера рыбу забираешь и тянешь ее в какое-нибудь направление. В основном направление, конечно же, Европы. Вот. Значит, поговорим о тентах. Двухосные машины – это основные машины, которые работают под тентами. Трехосных всего лишь на данный момент уже одна трехосная машина. Их было две, вот на вторую должен был сесть я, но, в общем, все пошло чуть-чуть не так в связи с разными обстоятельствами. И работы, я так понял, просто на трехоснике в данный момент у этой компании нету. Вот. Так как трехосник мне предназначался старый, поэтому расход в нем топлива тоже большой. Ну, в общем, посчитали, что пока смысла садиться на трехосник нету. Так он и стоит там на базе под забором. Поэтому, если мне попадется какие-нибудь выходные на базе, то я сниму, собственно, саму базу, что там у нас есть, какие есть машины вообще. Я думаю, будет интересно. Вот. И, значит, работа, опять-таки, сейчас перестраивается немножко, потому что с Россией начались, естественно, проблемы, ограничения, все санкции и так далее. Вот, потому что раньше груз вытягивался из Скандинавии и ехал в Россию. С Россией то же самое с грузом. Машина приходила и ехала в Скандинавию. Сейчас в основном стараются логисты делать так, чтобы машины крутились внутри Скандинавии. То есть, ну, понятное дело, какое-то количество машин все равно едет в Россию, даже пустые. Вот, пока это еще возможно. Неизвестно, насколько это еще возможно. Смогут ли вообще в будущем машины туда ездить. Ну вот, ну пока вот так. То есть суть работы. Берем прицеп груженный, либо грузимся точнее в Эстонии или в Латвии. В данный момент вот у меня сейчас груз из Латвии, дрова. Садимся на паром и приплываем вот в этот Капельскар. С Капельскара едем либо в Швецию, это в основном южная часть Швеции. Ну, как правильно сказать, центральная, южная или же ближняя Норвегия. Но мне сейчас выпала не ближняя Норвегия чуть-чуть, я чуть-чуть проеду подальше. Вот, но как по слухам, по разговорам, то двухосники очень часто ездят, двухосники очень редко ездят на север. Но такое тоже присутствует, но зимой это только считанные там единицы туда заезжают. Вот, например, я с начала февраля, как начал ездить, я вообще в Норвегию, в принципе, мало заезжал. То есть, ну, недалеко, вот, до Осло там доехал, там, до Сандефьорда там и назад. Вот. В основном больше Швеция как-то у меня так попадало. Но пока работаем в таком режиме. Как я и говорил, с грузом идем на Норвегию либо Швецию. Выгружаемся, может быть, какой-то еще совершить каботаж один по Норвегии. Потом опять-таки загружаемся в Норвегии или в Швеции каким-то грузом. И груз уже идет на Эстонию, там, на Латвию. Парк машин, возраст средний. Есть также и новые, но, конечно же, на новых первому попавшемуся и только пришедшему, конечно же, на новую машину не нужно рассчитывать. Вот в данном моем случае у меня в машине 850 тысяч пробега. Вот, машины закрепляются за водителями, все машины. То есть нету никаких там пересадок с машины на машину. Машина у каждого индивидуальная, так сказать. Вот, и за это спрос по поводу чистоты, состояния, как бы совсем другой. Пока что есть какие-то небольшие трудности, пока временная база. Вопросы с ремонтами по машинам, конечно, тоже есть. Ну и плюс, конечно же, когда машина уже у нее подваливает пробег под миллион и за миллион тем более, то в машине, конечно же, возникает все больше и больше проблем. Значит, по поводу зарплаты даже можете не спрашивать в комментариях. На такие вопросы я отвечать просто не буду. Кому интересно, находите номер в интернете, это никаких проблем нету. Также вы можете в Фейсбуке найти их группу, написать, спросить. Вам дадут номер, с кем связаться, вы свяжетесь, и вам все расскажут про зарплату, как есть,
какая есть в данный момент работу, берут ли на работу вообще сейчас или нет, и так далее. Вот, поэтому это, ребят, не ко мне такие вопросы. Значит, есть один огромный минус, который пока что я для себя обозначил. Это, как бы так выразиться помягче, ужасного состояния прицепа, ну, полуприцепа. В чем суть? Раньше, до какого-то времени, на фирме работали все со своими прицепами. То есть, ну, как-то так работа строилась, что практически за каждой головой был свой прицеп. От этого прицепы были в нормальном состоянии. Сейчас полностью все меняют прицепы. Ни у кого нету своего закрепленного прицепа. Как на рефах, так и на тендерах. И поэтому прицепы пришли в ужаснейшее состояние. И вот поэтому с этого момента, кто будет следить за моими видео, я буду где-то показывать, какие есть проблемы по прицепам. Потому что каждый раз ты берешь прицеп, и в нем, когда ты его первый раз приезжаешь на выгрузку или на загрузку, в нем что-то где-то там не работает, там или плохо работает, или согнуто, или отваливается, и так далее, вот, и тому подобное. И вот у меня сейчас очень старый прицеп, и приеду на выгрузку, посмотрим, что с ним будет не так. Вот, ну, может быть, ситуация исправится, когда фирма переедет на новую базу. Да, такая строится новая база, постоянная уже. То есть, потому что сейчас вот это вот то, что в Келе, это арендная, временная. Все ждут переезда на новую базу. Вот, от этого может будет что-то меняться. Ну и, конечно же, если Россию окончательно закроют, то, скорее всего, и прицепы прикрепятся обратно за водителями, поэтому можно будет их отслеживать, можно будет их делать вовремя, ну и, в принципе, все, что нужно по ним делать. Вот, потому что я вот однажды прицеп взял в порту, а в нем согнутый лап. Ну, хорошо, что я додумался написать логисту, скинуть фотку. Он уточнил этот момент, оказывается, лапы уже были согнуты когда-то давно. То есть уже этот прицеп непонятно сколько времени ездит с этими согнутыми лапами. А их, чтобы вы понимали, их не поднять. Я на маленьких оборотах маслал, стоял там 15 минут, эти лапы там 10 потов с меня сошло. Вот. Также беру второй прицеп, в нем я открыл дверь, а закрыть я их обратно не смог сам, понимаете. Мне помогал просто, знаете, погрузчик вилами, там, то вверх их приподнимет, то еще что-то. Я там ремнями крест делал, там их это самое, подтягивал, чтобы подобрать в нужный момент, когда и как закрыть эти двери. Вот. В общем, да, проблем, конечно, с прицепами это... Еще ко всему к этому есть прицепы, трусы. Здесь на фирме их называют трусы. Вот, я вот вам вставлю пример такой вот прицепа такого. Ну, вообще в 2022 году я не знаю, как эти прицепы вообще еще ездят и зачем их когда-то вообще кто-то покупал и для чего. То есть, ну, это бесполезный прицеп, и это просто прицеп создан для того, чтобы водителя... Ну, вы поняли, да, что сделать? Вот. И, конечно же, вот такие прицепы попадаются, и это печально. Если мне такой тоже попадется, я буду очень долго ругаться. Вот. Ну, естественно, вы об этом узнаете, как только я зацеплю кусок вот этого вот непонятного. Поэтому вот, смотрим впереди. Едет. Меня сзади отлично, что хоть пропустили. А это дети, шведские дети. Ну, кстати, вот они подросли, в плане вот не сами дети подросли, а уровень ихних машин вот таких вот подрос. Вы, как сами видите, Nissan Navara. Вот, то есть раньше они ездили на таких корчах, как там Volvo 840, там старенькая, там, ну, в общем, старые машины. То есть в чем суть? Хотя нет, ребята, об этом я постараюсь собрать больше информации, как у них это, что происходит и на каких условиях. То есть, ну, пока что могу сказать, на этих машинах ездят дети до 18 лет. Вот, они едут с ограниченной скоростью, но они могут ехать по дорогам общего пользования. Вот так. Вот, ну и возвращаемся мы к нашей фирме. А, собственно, что возвращаться, я-то все и сказал, в принципе. Больше я такого ничего и не добавлю.
На данный момент уже почти второй месяц я работаю, и, ну, меня лично все устраивает на самом деле. По крайней мере, отношения в фирме есть какое-то, то есть можно общаться на любые темы, задавать любые вопросы, и тебе, в принципе, всегда, в случае чего, помогут, подскажут и расскажут. Также коллектив довольно-таки хороший собран, ну и водителей текучки нету. Периодически водители набираются, периодически кто-то, конечно, уходит из разных ситуаций, но это в любых фирмах, но такого, чтобы просто каждую неделю приходило и уходило по 10 человек, такого, естественно, нету. Вот. Я пока работаю на расслабоне, можно считать, особо без напряга. Что еще могу добавить к этому? Да ничего, собственно, работаем, ребят, все. Теперь все, что связано с этой компанией, вы уже увидите в моих последующих роликах, потому что все будет связано, вся работа будет связана с этой компанией. Поэтому как-то так. Ну, а у нас 17 осталось километров до на Шарлоттенберга. Там я мою стекла и подъеду уже к таможне. Швеция, Норвегия. Первые магазинчики с левой стороны были. И здесь от ИКО новый. Довольно-таки он недавно открылся, большой. Вторая часть магазинов. Торговый центр большой. Вот его и название. Хонфендум. Как-то так, не знаю. Ну, вообще, Шарлоттенберг шоппинг-центр. Его название. Ну, а нам заехать... помыть стекла, набрать питьевой воды. Как раз местечко там свободное есть. И выдвинемся мы к таможне. Здесь также, да, вот был тема большая. В общем, здесь можно найти все, что хочешь. И систем балагет, и спортивные, и продуктовые. И всякие разные. Вот так. Еще один торговый центр. Продолжение того или начало
Тут уже как кому. И сейчас впереди вам, ребят, расскажу про один магазинчик и про ситуацию, которая вот происходит постоянно на этом магазине. Сейчас мы к нему подъедем, и вы все поймете. Так, ребят, кто-то мимо дороги решил проехать. Ну и вот спрашивается, вот это все решили помочь спросить или вытолкать они его хотят. Сразу первый, да, наверное, швед остановился. Ой, норвег на Фольксвагене, потом Ниссанчик тоже остановился. Ниссан постоял, подумал, что помощи его тут не надо, и решил кинуться под колеса. Оно что, взорвалось у нее, ребят, колесо, и оно даже куда-то у него улетело, разорвало ему все крыло, и в итоге он съехал вот так вот в кювет. Но скорость была, скорее всего, небольшая, поэтому он удачно приземлился. Да, бывает и такое. Да, переднее колесо, конечно, когда взрывается, это очень плохо, как и на легковой, так и на грузовой. Так, и вот он, магазин Еврокэш, сеть магазинов в Швеции, их, ну, много, в принципе, можно встретить всегда их в разных частях Швеции. В общем, чем мне этот магазин понравился, что здесь есть уголок, так сказать, нашей продукции, такой славянской, там, и тушенка, сгущенка, там, этот, халва, ну, в общем, то, что не продается в простых магазинах в Европе и вообще, в частности, в Швеции. Вот. И сюда я всегда заезжал, здесь нету никаких знаков, вы можете заезжать спокойно вот сюда на площадку. И так было 5 лет назад, когда я первый раз встретился с этой вообще стоянкой. Да, здесь все были столбы целые. Здесь не лежали они, то есть ничего. Ну и здесь места реально просто много было, спокойно объезжать все эти столбы. И вот к чему я вообще, в принципе, веду. Я думаю, вы видите, да, вот все вот эти вот столбы, вот этот. Я специально вам покажу еще и вот это, да. И вот что-то у меня там ляпается, стучится. Лопата, наверное, моя там шуршит. В общем, здесь становитесь, стоите. Можно стоять и суточный, и 45-ку. Ну, конечно, как бы душа здесь нету. На магазине только туалет. Но я думаю, в скором времени здесь поставят знак, потому что, я думаю, еще один столб осталось положить, и знак будет стоять. Ну, вот. Как так вот можно делать, я вот это вот никогда не понимал. Неужели вот нельзя заехать аккуратно как-то? Ну, место тем более позволяет, куча места. Вот эта площадка, куда я заехал, там практически никогда нету машин. То есть вот здесь, возле самого магазина, они только стоят. Ну, вот так вот. Ну, и это водители всех стран, то есть это и местный мог, и норвег, и любой. То есть здесь это все в этом плане одинаковые. Как говорится, распиздяями не становятся, распиздяями рождаются. Если есть что-то хорошее, то обязательно это в скором времени обосрут. Да, еще чем был этот магазин, мне нравился, помимо такого нашего товара, это здесь делались ребрышки гриль. Вот свежачок такой подавался. Ну и здесь где-то до часов 7 вечера, если ты успеваешь приехать, то ты вообще просто свежак берешь. И они очень вкусные здесь делали. Вот. Ну и вообще во всей сети еврокэшев делались очень вкусные.
ребрышки. Ребрышки там, ну и курятина там, ноги, бедра. Вот. Ну, сейчас здесь, в этом конкретном магазине на Шарлоттенберге нету уже этого отдела. И, ну, вообще, в принципе, я уже не помню, где я еще видел, где бы делали свежие именно в сети Еврокэш гриль продукцию. Так, вот наша таможня. Я смотрю, что машин там немало на данный момент. У меня не экспедиция, поэтому мне самому нужно будет нарисовать декларацию. У меня есть номера. Я сейчас возьму бумажку и вам покажу, что я там буду рисовать, кому интересно. Главное сейчас только припарковаться. Да, и по новым правилам режима труда и отдыха мне нужно поставить начало страны Норвегия. Так, дальше мы туда не поедем, здесь тогда и станем. И сюда еще станет одна машина. Так, отлично, вон сзади коллега сразу нырнул. Вот образцы заполнения декларации. Въезд в Швецию и въезд в Норвегию. Ну вот, получается, у меня только старого образца какой-то лист, или с другой просто какой-то, с другого перехода. Вот, я взял уже такие себе, чтобы заполнять. Ну, то же самое, то есть номер грузовика, прицепа. Ну, страну можете написать, откуда у вас грузовики, прицеп, потому что, ну, бывают же логистики разные и так далее. Вот номера, которые вам должны скинуть сюда, вы их записываете. Вот, все, роспись, и все, вам поставят штамп. Вот какие мне здесь поставили штамп. Вот, то есть, все то же самое, только вот это вот вес и количество не нужно было писать. Все, вот она, границка такая маленькая. Посмотрим, значит, что у нас. До границы я доехал. Кто-то с музыкой очень громкой поехал. Навигатор у меня невидимый какой-то. И, значит, забьем мы адрес. О, так. Норвегия. Нам нужна Норвегия. 6823 почтовый код. Так, вот Санданы, все правильно название. Улица у нас Индустривеген. Индустривеген. Есть такая. Если вот, ага, нету. Значит, у нас четная, поэтому ставим последнее, что есть. Может, есть 20? Нету 20. Значит, 6. Потом будем искать. Найдем мы по этому Индустривеген нашу фирму. Так, посмотрим, сколько нам еще пилить. А пилить нам 523 километра. Ага, ведет она через Осло, но я не хочу ехать через Осло. Я хочу ехать по 15-й дороге. Я туда и поеду. А тут она сейчас кустами какими-то куда-то выводит. Ну, вообще очень неудобными абсолютно. Нам. Посмотрим разницу в километрах, хотя на данный момент, может быть, получится большая разница. Я, конечно же, туда не поеду. Где вообще наша 15-я? Вот она. Так. Вот. Вот. Сюда и нам нужно провести. Поставим
Waypoint. И что у нас выйдет? 552. Нормально. Чуть-чуть дальше выходит. Паромов у нас никаких нету. И хорошо. Но... Так, отъезжаем из таможни. Отстоял я еще 45 минут. Ну, 15 у меня вышло на колонке, я никому не мешал. И 30 отстоял здесь. И чтобы до упора по максимуму сегодня у меня план доехать, потому что я хочу ночевать в красивом каком-нибудь месте. Вот. И, как я и говорил, у меня еще будет 3.20 я могу ехать, ну, будет у меня где-то 3 часа я проеду. И сейчас главное еще проехать один пункт. Это у нас контроль впереди, контроль плац. Работает он или не работает. Вот мы сейчас его и проверим. То есть, вот сейчас мы проехали таможню на Эде. А вообще, сама официальная граница, она находится чуть-чуть дальше. В принципе, там, где пункт этого осмотра и контроля, это и есть официальная граница. Переход. Ну, получается, что таможня на шведской стороне. И вот здесь сразу можно, когда въезжаете в Норвегию из Швеции, по правой стороне есть грязная стояночка такая, слева асфальтированная, но там летом очень много кемпинга. Сейчас я вижу, там нету никого. Но скоро они все повылазят, поприезжают. Я так понимаю, сейчас уже в этом году границы все будут открыты, ограничений не будет. Но будут, туристов будет в Норвегии много. Не так, как в том году. И отлично, вроде бы ничего не работает, потому что впереди был бы закрыт шлагбаум, если контроль работает. И все уезжают вот в правый карман. И там проверяют вас. Но сейчас никого нету. И отлично, мы тогда можем смело нажимать на педаль, снимать дальше видосы. Все, мы в Норвегии, отлично. Следующий пункт у нас Кансвингер. Вот и до Кансвингера мы добрались. От границы он не так далеко. Я даже, если честно, сколько там? 30 километров где-то примерно, плюс-минус. Я особо вот эти вот расстояния, как некоторые, например, там запоминаю, там сколько там, откуда, докуда, я никогда в жизни это ничего не запоминал, потому что мне это абсолютно неинтересно. Я по времени, да, вот где-то я могу там сказать, вот мне там, например, хватает 4 часа, я там доеду до туда, туда. Мне там хватит 9 часов, я доеду до туда, туда. А расстояние там, сколько докуда километров, это как мне особо не. Я знаю, что с севера Норвегии, с самого верха до самого низа Дании, 2500 километров. Вот это вот я знаю. То есть это в длину вся Скандинавия. 2500 километров.
рабочего дня в Норвегии. 4 часа вечера. У них уже, да, вечер, все у них. С 4 часов закрываются все компании, тем более в небольших городках. Но Консвингер — это средний городок по норвежским и скандинавским меркам. И завтра, почему я так хочу сегодня проехать, чтобы на завтра у меня осталось отработать одну смену, 4,5 часа, чтобы я успел за эти 4,5 часа доехать до выгрузки, потому что выгрузка работает до 3:30 завтра у меня. Вот, ну это значит где-то до 3. Вот, я хочу завтра еще выгрузиться, ну а там посмотрим, что мне придумают, какое следующее задание. Поеду я еще по Норвегии или меня вернут обратно в порт. Да, то есть я, может быть, не договорил про фирму, что вот как мы сейчас работаем, мы работаем через порт постоянно, то есть въезжаем. Кто не хочет ездить на Россию, например, те остаются внутри Скандинавии и делают вот рейс по Скандинавии и возвращаются в порт, отдает пустой прицеп или с каким-то грузом, если он был груз, и берет там с парома груженный другой прицеп. Эту процедуру мы с вами чуть позже, ну точнее вот тоже в следующих каких-нибудь там видео, когда буду я возвращаться обратно в порт, вот я вам это все покажу, как эта процедура происходит, чтобы вы понимали, о чем я вообще говорю. Вот у нас речка бурлит. Название я ее не знаю. Вообще, вот, кстати, я озер, речек, название никогда нигде не знал. Я и города не всегда запомнил. Не, ну города так с большего, конечно, знаю. Потому что, как бы, как ни крути, города — это направление твоего маршрута, поэтому я их автоматически запоминаю. Ну, а вот речка, речка и речка. Какая речка, не знаю какая. Но красивая, красивая, широкая, могучая река. Вот эта букашка голубая, наверное, ни разу не попадала под колеса фуры, раз так смело бросается. И мы на подходе к Лиллехаммеру. Лиллехаммер известен тем, что в 1994 году здесь были зимние Олимпийские игры, а в 2016 были зимние юношеские Олимпийские игры. И он является признанным центром зимних видов спорта. Вот такой вот у нас городок. И вот отсюда, может быть, будет видно или было видно, скорее всего, было вам вдалеке видно огромная лыжная, как там правильно, лыжная горка, короче, пускай будет, потому что я особо тоже не разбираюсь в зимних видах спорта. Ну, я знаю биатлон там и прыжки на лыжах, и то я даже не знаю, как они правильно называются.
Вот так, друзья, и проходит жизнь дальнобойщика. Все города, все интересные места мы вот так вот пролетаем. Ну, а на сегодня это последняя была наша точка. И завтра мы уже начнем со стоянки. То есть не завтра, а для вас в следующем видео. Вот. Начну с обзора стоянки, где я сегодня припаркуюсь. И поедем в горы. Поэтому обязательно ставьте лайк и пишите комментарии с вашими вопросами. Всем удачи, пока!